Уважаемый Владимир Владимирович, мы представители балкарского народа Кабардино-Балкарской республики. Политикой властей республики наш народ поставлен на грань выживания. Мы не можем получить законный доступ к пользованию землей в местах нашего исторического проживания. Нарушая Конституцию и федеральные законы России, власти КБР лишили нас права на землю и муниципальное самоуправление. Конституционный суд России признал эти действия незаконными, но его определения до сих пор не исполняются. Мы боремся за свои права законными способами, а власти пытаются представить нас экстремистами. Мы не экстремисты, мы исчерпали иные ресурсы и сегодня надеемся на вашу помощь. Мы просим вас создать комиссию для изучения сложившейся ситуации с нарушением прав балкарского народа и включить в ее состав представителей общественной организации «Балкария».